люблю современную Россию. Я вообще при всех строях я жил хорошо. Потому что в детстве я рано начал форсовать то, что сейчас называется бизнес. Вот. Форсовал удачно. И поэтому никогда не ощущал недостатка в деньгах. В 8 классе еще я начал играть на гитаре и играть на танцплощадках. Поэтому для меня это совершенно все равно. Мне единственное, что хочется, чтобы вот в этой России, поскольку есть такая возможность, появились те самые золотые и серебряные деньги, которые были тогда в России, и получился настоящий обмен банк, банкноты, банк и активы банка в виде там драгоценностей и золота. Этого пока нет, и пока этого не будет, будет ужасная инфляция, которая была Столыпиным остановлена, и на этом была выиграна Первая мировая война. Почему-то раньше называли, что мы ее проиграли, мы ее выиграли. И поэтому как-то хотелось бы, чтобы в этом направлении происходило развитие. Хотя движение к этому есть. Во всяком случае, мне нравится, что Россия крепкая и стоит, уже никто ее колоссом на глиняных ногах не назовет.